Лев Гумилев. Этногенез и биосфера Земли. Москва. ТОО «Мишель и Компани», 1993 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Содержание. Толковый словарь понятий и терминов, используемых автором. Вступление. Мой голос. Введение. О чем пойдет речь и почему сие важно. Часть первая. О видимом и невидимом. О полезности этнографии и трудностях, подлежащих преодолению, природа и история, а есть ли этнос. Часть вторая. Свойства этноса. Этнос и этноним. Мозаичность как свойство этноса. Этнический стереотип поведения. Этнос как система. Субэтносы. Суперэтносы. Алгоритм этногенеза, этнические контакты. Часть третья. Этнос в истории. Мысли о всемирной истории. Мысли об этнической истории. Часть четвертая. Этнос в географии. Перевернутая задача. Роль сочетания ландшафтов. Становление антропогенных ландшафтов. Взрывы этногенеза. Часть пятая. Природа внутри нас. Этнос и популяция. Филогенез или онтогенез. Когда бессмертие ужаснее гибели. Сумма противоречий. Часть шестая. Пассионарность в этногенезе. Этногенный признак или фактор X. Образы пассионариев. Пассионарное напряжение. Субпассионарии, затухание пассионарности. Часть седьмая. Мост между науками. Поле в системе, природа пассионарности, пассионарность и сфера сознания. Часть восьмая. Возрасты этноса. Способ научного поиска, фазы пассионарного подъема и перегрева, смещение, фаза надлома, фаза инерции, фаза обскурации, после конца. Часть девятая. Этногенез и культура. Отрицательные значения в этногенезе. Биполярность этносферы. Послесловие. Конец содержания. Толковый словарь понятий и терминов, используемых автором в своих работах. Аберрация близости. Преувеличение грандиозности недавних событий сравнительно с более ранними. Аберрация дальности. Расплывчатость далеких явлений, что создает ложное впечатление их незначительности. Аберрация состояния. Восприятие наблюдателем динамики долгоидущего процесса как совокупности статических состояний вследствие кратковременности восприятия процесса человеком. Адаптация в этногенезе. Приспособление этноса к ландшафту, происходящее путем выработки новых стереотипов поведения. Актуализм. Ощущение времени, при котором настоящее воспринимается как единственная объективная реальность. Аннигиляция. Распад на субатомном уровне с необратимой потерей световой энергии, уходящей в межгалактический вакуум. Антисистема этническая. Системная целостность людей с негативным мироощущением. Аттрактивность. Влечение к абстрактным ценностям истины, красоты и справедливости. Бездна, пустота или вакуум, не являющийся частью материального мира. Биосфера –
Оболочка Земли, состоящая из живого вещества и продуктов его деятельности, обладающая антиэнтропийными свойствами. Биохимическая энергия. Энергия живого вещества биохимическая. Биполярность. Возможность развития систем в двух направлениях, либо к усложнению, либо к упрощению с лимитом в вакууме. Вакуума нулевые колебания. Мгновенный процесс возникновения и уничтожения виртуальных частиц в вакууме, пустоте. Вариант этнического контакта. Различия в способах взаимодействия этнических систем. Воля. Способность совершать поступки согласно свободно сделанному выбору. Время историческое. Процесс уравнения энергетических потенциалов между элементами этносферы, нарушаемой пассионарными толчками. Гармоничные особи. Особи, пассионарный импульс которых равен по величине импульсу инстинкта самосохранения. Генетический дрейф – явление рассеивания пассионарного признака путем случайных связей, обычных во время войн. Геобиоценоз или биоценоз данного региона – законченный комплекс форм, исторически, экологически и физиологически связанный в одно целое общностью условий существования. Деяние. Поступки, являющиеся результатом свободного выбора, сознательной деятельности человека, в отличие от явлений. Диахроническая шкала – система отсчета времени от пусковых моментов различных этнических систем для их сопоставления по фазам этногенеза. Дивергенция этническая – распад этнической системной целостности с потерей ощущения комплементарности на заданном уровне этнической иерархии. Динамическое состояние этнической системы. Такое состояние этнической системы, при котором вследствие пассионарного толчка колебания биохимической энергии, пассионарности приводят к смене фаз этногенеза и активному преобразованию этноландшафтной среды, в отличие от гомеостаза. Дискретность этнической истории, прерывность причинно-следственных связей, определяющая начало и конец любого из этногенезов. Идеал, далекий прогноз, иногда иллюзия. Императив поведения – идеальный принцип отношения этнического коллектива к индивиду. Господство этого принципа в стереотипе поведения этноса связано с фазой этногенеза или сменой фаз. Императив поведения негативный – стремление к упрощению системы. Императив поведения позитивный – стремление к усложнению системы. Импульс инстинкта – то же, что импульс поведения инстинктивный. Импульс поведения инстинктивный, инстинкт. Врожденный поведенческий импульс, направленный на личное и видовое самосохранение. Импульс сознания, эгоизм, требующий, в отличие от аттрактивности, для своей реализации рассудка и воли. Инкубационный период. Часть фазы подъема от момента пассионарного толчка или начала генетического дрейфа до появления этноса как новой этносоциальной системы. Инкубационный период скрытый – та часть инкубационного периода, когда рост пассионарного напряжения не приводит к фиксации событий истории современниками. Инкубационный период явный – та часть инкубационного периода, когда рост пассионарного напряжения уже вызывает фиксацию событий современниками, но еще не приводит к этнической дивергенции и появлению новой этносоциальной системы. Истинность.
Суждение, адекватное заданной сумме наблюденных фактов, где погрешность не превышает заданного допуска. Историческая судьба. Цепочка событий, каузально связанных их внутренней логикой. История антропогенных ландшафтов, история взаимодействия общества и природы через механизм этнической системы. Комплементарность положительная, отрицательная, ощущение подсознательной взаимной симпатии, антипатии особей, определяющее деление на своих и чужих. Конвексия – группа особей с однохарактерным бытом и семейными связями, низший таксон этнической иерархии. Консорция – группа людей, объединенных часто эфемерно одной исторической судьбой на короткое время. Констелляция в суперэтносе – сходство тенденций развития этносов в пределах суперэтноса вследствие происхождения от одного пассионарного толчка. Ксения, буквально «гостья», вариант симбиоза, при котором небольшая группа представителей иного этноса живет среди аборигенов и не смешивается с ними. Логика событий, причинно-следственные связи между событиями, детерминирующие дальнейший ход самих событий. Ложь, сознательное искажение истины. Место развития или родина этноса, неповторимое сочетание элементов ландшафта, где этнос впервые сложился как система. Мироощущение. Фиксированное сознанием прохождение отраженного от вакуума импульса пассионарности, биохимической энергии, выражающейся в отношении к идеальным абстрактным ценностям и материальному миру. Мироощущение негативное, отношение к материальному миру, выражающееся в стремлении к упрощению систем. Мироощущение позитивное, отношение к материальному миру, выражающееся в стремлении к усложнению систем. Мозаичность этноса, неоднородность внутренней структуры, необходимая для поддержания этнического единства. Пассеизм, ощущение времени, при котором прошлое воспринимается как единственная объективная реальность. Пассионарии. Особи, пассионарный импульс поведения которых превышает величину импульса инстинкта самосохранения. Пассионарная индукция – явление трансформации поведения гармоничных особей и субпассионариев в присутствии пассионариев под влиянием пассионарного поля. Пассионарное напряжение – то же, что уровень пассионарного напряжения этнической системы. Пассионарное поле – поле, обусловленное наличием биохимической энергии, пассионарности. Пассионарность как характеристика поведения. Эффект избытка биохимической энергии живого вещества, порождающий жертвенность, часто ради иллюзорной цели. Пассионарность как энергия. Избыток биохимической энергии живого вещества, обратный вектору инстинкта и определяющий способность к сверхнапряжению. Пассионарный импульс – то же, что пассионарный импульс поведения. Пассионарный импульс поведения или пассионарный импульс – поведенческий импульс, направленный против инстинкта личного и видового самосохранения. Пассионарный признак – рецессивный генетический признак, обусловливающий повышенную абсорбцию особью биохимической энергии из внешней среды и выдачу этой энергии в виде работы. Пассионарный толчок – микромутация, вызывающая появление пассионарного признака в популяции и приводящая к появлению новых этнических систем в тех или иных регионах.
персистенты или изоляты, или статические этносы, или реликты. Синонимы. Этнические системы, находящиеся в этническом гомеостазе. Эти термины в контексте работы – синонимы. Популяция – совокупность особей, населяющая в течение ряда поколений определенную территорию, в пределах которой осуществляется свободное скрещивание. Принцип неопределенности в этнологии – объективное ограничение возможностей исследователя при наблюдении последовательности событий, позволяющее описать их только в одном из двух аспектов, либо в социальном, либо в этническом, природном. Пусковой момент. Момент пассионарного толчка в абсолютной временной шкале, являющийся точкой отсчета ноль для диахронической шкалы. Разнообразие этносферы, неравенство энергетических потенциалов, вносимое в историческое время пассионарными толчками. Разность потенциалов контактная, перепад пассионарности биохимической энергии, возникающий при контакте двух и более суперэтносов. Рассудок. Способность свободного выбора реакции при условиях это допускающих. Ритм этнического поля – та частота колебания этнического поля, к которой этническая система адаптировалась посредством стереотипа поведения. Саморегуляция этноса – способность этнической системы развиваться в направлении, обеспечивающем существование и адаптацию к среде с наименьшими возможными затратами биохимической энергии, пассионарности. Сверхнапряжение. Целенаправленное усилие, необходимое и достаточное для нарушения агрегатного состояния среды. Сигнальная наследственность, передача навыков потомству путем научения через условный рефлекс подражания, формирующая стереотип поведения как высшую форму адаптации. Симбиоз, сосуществование двух и более этносов в одном регионе, когда каждый занимает свою экологическую нишу. Смещение или результат контакта – нарушение запрограммированного хода процесса этногенеза вследствие внешнего воздействия. События – разрывы системных связей. Справедливость – соответствие морали и этики. Старение – процесс потери инерции пассионарного толчка в этнической системе на персональном и этническом уровне. Статическое ощущение времени, восприятие, при котором время игнорируется как реальность. Стереотип поведения. Изменяющийся по ходу времени комплекс стандартов поведения членов этнической системы, передаваемый путем сигнальной наследственности. Структура стереотипа поведения этноса. Строго определенная норма взаимоотношений между а. этническим коллективом и индивидом, б. индивидов между собой, в. субэтносов между собой, г. этноса и субэтносов между собой. Субпассионарии – особи, пассионарный импульс которых меньше импульса инстинкта самосохранения. Субэтнос – этническая система, являющаяся элементом структуры этноса. Сукцессия антропогенная – постепенное изменение вмещающего ландшафта, вносимое адаптирующимся этносом. Суперэтнос – этническая система, состоящая из нескольких этносов, возникших одновременно в одном ландшафтном регионе, проявляющиеся в истории как мозаичная целостность. Традиция культуры – сумма знаний и представлений, передаваемая по ходу времени от этноса к этносу. Упрощение –
уменьшение плотности системных связей в этнической системе. Уровень пассионарного напряжения системы или пассионарное напряжение – количество, имеющееся в этнической системе пассионарности, деленное на количество персон, составляющих этническую систему. Уровень этнического контакта – ранг контактирующих систем в этнической иерархии. Усложнение – увеличение плотности системных связей в этнической системе. Фаза акматическая – колебание пассионарного напряжения в этнической системе после фазы подъема на предельном для данной системы уровне пассионарности. Фаза инерционная или фаза инерции – плавное снижение пассионарного напряжения этнической системы после фазы надлома. Фаза надлома – резкое снижение уровня пассионарного напряжения после акматической фазы, сопровождающейся расколом этнического поля. Фаза мемориальная – состояние этноса после фазы обскурации, когда отдельными его представителями сохраняется культурная традиция. Фаза обскурации – снижение пассионарного напряжения ниже уровня гомеостаза, сопровождающееся либо исчезновением этноса как системы, либо превращением его в реликт. Фаза подъема – период стабильного повышения уровня пассионарного напряжения системы вследствие пассионарного толчка или генетического дрейфа. Фаза этногенеза – совокупность таких условий пассионарного напряжения системы, каждый из которых определяет господство в стереотипе поведения единого для всей совокупности уровней императива поведения. Футуризм – ощущение времени, при котором будущее воспринимается как единственная объективная реальность. Химера – сосуществование двух и более чуждых суперэтнических этносов в одной экологической нише. Энергия живого вещества – биохимическая, свободная энергия, абсорбируемая живыми организмами из окружающей среды. Энтропийный процесс – необратимый процесс потери энергии. Этика – антиэгоистическая или альтруистическая. Этика, при которой интересы этнического коллектива у индивида превалируют над его собственными. Этика – эгоистическая. Этика, при которой интересы индивида и его семьи превалируют над интересами этнического коллектива. Этническая диагностика – способ различения этносов по стереотипу поведения и принадлежности к той или иной этнической традиции. Этническая доминанта – явление или комплекс явлений – религиозный, идеологический, военный, бытовой, который определяет переход начального для процесса этногенеза этнокультурного многообразия в целеустремленное единообразие. Этническая иерархия – динамичная в процессе этногенеза соподчиненность этнических систем разных таксономических уровней рангов. Этническая история – функция этногенезов и этнических контактов за периоды, в которых события зафиксированы источниками. Этническая регенерация – восстановление этнической структуры после потрясений. Этническая традиция – сумма стереотипов поведения, передаваемых через механизм условного рефлекса. Этнические контакты в аспекте этнического поля – интерференция вибраций этнических полей. Этнический гомеостаз или гомеостатический уровень или статическое состояние этноса – синонимы.
Устойчивое состояние этнической системы, структуры, при котором колебания биохимической энергии, пассионарности, имеют место в ограниченных пределах, определяя этноландшафтное равновесие и отсутствие смены фаз этногенеза. Этнический контакт. Процесс взаимодействия двух и более этнических систем одного или разных рангов этнической иерархии. Этнический субстрат. Исходные этнические компоненты, два и более, интегрирующиеся вследствие пассионарного толчка в новый этнос. Этническое поле. Поле поведения и аттрактивности членов этнической системы, возникающее на основе пассионарного поля. Этногенез – весь процесс от момента возникновения до исчезновения этнической системы под влиянием антропийного процесса потери пассионарности. Этногенез в аспекте этнического поля – динамика колебательного движения этнического поля. Этнология – географическая наука, изучающая становление этносферы Земли как результат процессов этногенеза в историческую эпоху. Этнос, естественно сложившийся на основе оригинального стереотипа поведения, коллектив людей, существующий как энергетическая система, структура, противопоставляющая себя всем другим таким же коллективам, исходя из ощущения комплементарности. Этносфера. Земная оболочка, представляющая собой мозаичную в этническом отношении антропосферу, слагающуюся из всей совокупности этноценозов Земли. Этноценоз, биогеоценоз, в пределах которого происходит развитие данного этноса, опосредованное процессом его адаптации. Явление. Результаты влияния биосферы на поведение человека и этнического коллектива.